Так, ставлю на грифа. Вот грифа не видел, первый раз буду смотреть. Гриф Сардаукар. Ставлю на грифа. Окей. Асвар в дюне тоже лагает. Ну, кстати, нет, не лагает. ВК ответил. Блин, ВК ответил. Сейчас. Мне каждый раз, видишь, приходится выключать. Так, окей, давай, крутим барабан, потом я напишу, что как. Сейчас будет мощная заруба. Ну, я так залетел поддержать движуху. Так, я не выпендриваюсь, а твоя игра показывает результат и шансов, пишет MCQ. По поводу... В следующий раз, когда будешь писать про мои руки, подровняй свои, два турика и два раза отлетаешь... Быстро. Так, какие-то тут личные терки-перепалки, я в этом не участвую, сорян. Давайте, как бы это, между собой в личке. За кого болеть? Так сейчас, подожди. Сейчас будет мощная заруба. Тогда меня напишите кошак. Нет, не будем писать кошак. Гигион, свара надо валить. Экономикой по-другому не задашь. Окей, крутим барабан. Так, у кого приоритет? У Ричи или у Егиона? Ну, конечно, тут Егион является фаворитом. Ни для кого не секрет. И... Егион, у него приоритет, он будет выбирать дома. Все, я это я ему сейчас тоже напишу. Так, для приколов, пока они там выбирают. Сделаю, на каких картах играть, на каких нет. Я рубанул. Ну, попробуем. Немножечко коррективы я сделал. В своей тактике, конечно. Насколько они помогут и оправдают себя. Сейчас будем смотреть. Сейчас я все создам. Он уже дома, блин, написал мне. Так, я карту выбираю. Он дома уже выбирает. И он тоже уверенно в игре. Но... Да я ради бога. Хазар. Почему качество не очень? Ну, поставь, потому что 6 отрегулирует, будет качество лучше. Я сейчас по настройке, наверное, стою. Выставил себе качество хорошее. HD. Так, сейчас я попробую просто послушать все компоненты. Когда мы настроим с вами эту карту. Ставим никнейм. Ричи. Поставлю этого самого ключа. Сейчас я напишу
Клап. Так, что они там почти клап начинают уже? Не нужен. Так, нет, говорит. Ну все, тогда поехали. Так, окей. Так. Давай. Этот. Так, я знаю, я не знаю. Так, надеюсь, у него картинка идет. Сейчас быстро гляну. Да, все идет, все замечательно. Почему 13-я карта? Потому что я больше всего на ней как бы отыгрывал. Так, никнейма подписал, никнейма подписал, все супер. Далее разница у нас получается игра. Что у него уже наполовину. Давай, и Сардаукар, если. Вырубим его базар. Вот уже в развитии вот этот вот красный, то на маленьком экране, он уже быстрее. Потому что вот у него, смотри, у него два завода построено. Он только начал строить. А у того уже три построено. Он уже спайс быстрее собирать будет. Тот строит только третий завод, тут уже и машинный завод готовится. Вот он три построил. Дальше что он строит? Сразу завод, но у него энергия сразу упадет. И здания вроде как должны терять хп, когда не хватает энергии. А тут что у нас? Ну все то же самое по зданиям. Сейчас будет зависеть от того, кто сколько спайс собрал. Но у него больше половины уже. Так. Тут больше половины готов. Вот завод готов. У него тоже готов. Он поставил. Одновременно поставили. Дальше пошла трехколеска на разведку. У того радар у красного. Тут трехколеска пошла. На разведку. У того радар. Ну, радар, чтобы улучшение строить. Ну вот, допустим, построил он. Красный внизу, зеленый вверху. На большом экране вот этот стример, получается, играет. На маленьком экране его противник Егелон. Не знаю, как он играет, чего-то. Что у него там? Джип, что ли, построился, да? Джип посильнее трехколески будет. Он сразу наверх, тоже на разведку пошел. Джипом. Друг на друга направляется Харвестер, чтобы его забрал самолет в базу. Разведка разминулась. Пошла атака на красный Харвестер трехколеской. Строится еще завод. Так, обнаружена база. А красный еще что не обнаружил. Он ищет Харвестер. Так, вот трехколеска на базе. Пошла защищать. Ну и одновременно здесь джип появился. Ну, джип помощнее будет. По огневой мощи, чем трехколеска. Уничтожать трехколеску проще. Только сейчас за зданием прятаться, но тот может и обойти. Но он занимается разведкой и поиском харвестеров. Наверху зеленый харвестер нашел, атакует. Зеленый харвестер уводит. Харвестер идет в базу. Идет атака, идет защита. Строят с трехколески, пока развития особо нету. То ли танк там красный произвел, да, по-моему. Вот он танк. Один уже доехал. Еще, по-моему, на базе производится. Он пощелкает их легко. Красный пощелкает. Джип посильнее будет с танком, чем трехколески. Чем даже три трехколески. С зеленого строится радар.
Так, у красного чё? Ну, танк. И что-то. Так, зеленого улучшение. Это тоже танки будут скоро делать. Если они в базу не вынесут, конечно. И вот улучшение танк. Нужны бабки на это все дело. С базы идет еще два танка красных. И все, и жопа. Что делать? Зеленый танк первый появился. Второй готовится. Ну а снизу уже два танка пришли. Ну они пощелкают его сейчас. Если харвестеры не уничтожать, то пощелкают. А зеленый сейчас харвестерами красными заниматься не сможет. Он будет на обороне сидеть. Если, ну, сейчас преимущество у красных. Ну вот, что там? Вот они уже все разносят. Он строит танк, конечно. Красные в это время тоже строят танки. Сейчас они придут. Вот они уже два идут. Еще строятся. Еще один готов. Ну, короче, красные посильнее. Отводит. Так, добил танк. Пехотинец что? Пехотинец просто стоит, бездействует. Мог бы куда-то завести. Или танк атакует. Вот харвестер уничтожает. А это круто. Тут 2 на 2 танки. Один уничтожен. Красный один остался. Эти базу атакуют. У красного что там? Пушка строится. Пушка будет серьезной опасностью для танков. Очень серьезной опасностью. Пушка готова. Сейчас танки пощелкает она. Очень быстро. Но уничтожен завод. Это очень круто. Уничтожат ли танки эту пушку? Пушки прилично брони. Так. Он отвел, что ли, их? По-моему, отвел. Так, не заметил я. Вот снизу они пошли атаковать дальше. Где нет пушки. Тут они отобьются по-любому в этом месте. Но там-то с той стороны нету пушки. Строится реактивка у красного. И все. Реактивка это жопа всем базам. Так, вот они отступают. Тут зеленые спокойно идут. Так, реактивочка что ли пошла? Штурмовой, по-моему, строит танк. Красный. Тут они устраивают месиво. Харвестер уничтожен очень здраво. Очень здраво. Четыре зеленых танка. Они, ну, приличную оборону в этом месте содержат. Но тут идет кое-что. Во-первых, штурмовой танк идет. По-моему, еще реактивку я видел где-то. Штурмовой танк очень мощное оружие. Этот харвестеры строят. Вот в чем разница. Тот только строит харвестеры, чтобы собирать спайс. Тот собирает нормально спайс. Уже готовы штурмовые танки. Пошла атака на пушку. Один зеленый танк остался. Четыре красных танка здесь есть. Помимо того, что еще штурмовики в бой не вступали. Ну, я считаю, это уже все. Красный выигрывает. Потому что этот строит только танки. Реактивка с этой стороны атакует. Штурмовой танк уничтожит обычный танк очень легко. И тут танки в резерве стоят. Он куда-то вниз их отводит. Реактивка уничтожает завод. Реактивка идет вверх разведывать. Сейчас он уничтожит их харвестеры. Но я думаю, это все слив. Эти два танка ничего не сделают против пяти. Плюс штурмовой где-то снизу был. Где штурмовой-то? Он идет, и мне-то вот еще второй штурмовой. Он его просто сюда направил. А где тот первый был? А что он ищет? У него одна база. А, он от танка выходит. Ну что, полное нападение, да? Полное. Так.
Штурмовой. Пушка его что там не видит, что ли? Реактивка убегает. Реактивочка водит за собой. Ну а тут посерьезнее проблема. Пушка уничтожена. Все, капец. Сейчас я поставлю. 1-0. Но тут уже смысла не имеет там возиться. Так, а я тебе говорил, что он тебе задает. Так я это... Так, давай я от рейдосов поставлю, а ему... Подумаю, что по-моему поставить. Так, Харконином... Блин, Харконин это... И дама... Ставил. Так, позырим. Так, Картун, строй 5 рев. Я думал, в разведку уйду. Попробуем. Так, давай я тоже говорит. Окей. Пап не нужен. Так. Ну спасибо, хоть это же. Так, давайте за трейдесов попробуем. Так, смотрим. Начал за трейдесов. Смотрим скорость развития. Это основополагающий, я считаю, ключевой момент. Пока в базе находишь меню выбора, время идет. Но пока что строится завод первый. Примерно одинаково построилось. Так, вот тут быстрее построился у красного опять завод. У него готов, только тут у синего построился только сейчас. Это уже отставание. Вот пока он там выбирает квадратики, куда поставить. У того уже 3 завода, а этот только третий строит. Тот уже машинный строит завод. Грунт ставит. И строят 4-й завод вместо машинного. Нету спайса пока что. Смотрят, кто сколько собрал. Так, направляют в базу, чтобы заполучить кредитов. Но он, опять же, он построит завод спайсовый. По выхлопу будет больше спайса иметь. Ну вот синий у нас что, наверху карты. Красный у нас внизу. Так, машинный завод готов, но у того 5-й спайсовый завод. Будет ли он от этого выхлопа больше иметь? Если он придет харвестера уничтожит. Вот он строит машины, а здесь у него производится уже что? Так, у него еще спайсовый завод производится. Херово, что вот эта вот маленькая картинка. Были бы одинаковые картинки, вообще неудобно. Пошла разведка, а у этого только машины строятся. Так его сейчас, ну, легко и разведывать, и защиты никакой нету. Он сейчас пойдет на него. Вот он пошел на самый верх. Машины только строятся. Строит радар. Радар, чтобы получать улучшение, нужен. Вот пост. Колески производятся 2 штучки. У него, по-моему, джипа уже штуки 2 готово. Вот он, джип пришел. Атакует. Вторая трехколеска. В принципе, джип могут завалить. Джип отводит. Второй подходит джип. Тут радар готов. Третий джип. Радар есть. Улучшение. Харвестер. Это у красного. Он отходит. Синий за ним не следует. Красный так смотрит на базу. Синий разведочку устраивает. Близлежащей территории пошел вниз. Вниз и вправо. Радар. Смотрит улучшение. Строит трехколеску. Строит улучшение все-таки.
Так. Ну, странно, он свою базу разведает и что ищет? С какой стороны он пройдет? Так. Электричество в норме у красного. Так, танк пошел. Сейчас выстрелит по своей базе, я считаю. Бах по своей базе. Ну, тоже. О, ну, лепетывает. Ну, тут, кстати, поинтереснее. Второй завод строится. Улучшение. У этого денег у синего прилично. Он танков наклепал. Уже неплохо. Он в обороне стоит ими. 4, что ли, танка у него. Тут танков нет. Спайса не так много. Но джипик атакует заводик, куда-то улепетывает. Еще один разведку идет, его атакует танк. Красный танк появился. Так, что он сейчас будет делать? Трехколесочка обнаружена. Но он ей разведывает базу. Смотрит. Так, неплохо. Проездик. Танк. Два завода увидел. Да у него с одного завода уже произвелось прилично танков. И если красный харвестер не начнет уничтожать синие, а он уже защиту поставил, то тяжеловато будет красному. Может быть, здесь проиграет красный. И будет третий раунд. Строится хай-тек. У синего хай-тек строится. Вот это новость. Походу, если орнитоптер появится, а пушек-то у красного нет, и будет жопа. Опа, улучшение. Так. Три красных танка на три. Это примерно равно четвертый красный танк. Ну, значит, красные уже могут выиграть эту битву возле этого поля пряности. Но я думаю, сверху подойдет какой-нибудь резерв. А если появится пикар, как мы его называем, орнитоптер, пикар спикирует на базу противника без пушек. Че он там, Соник строит? Ни хрена себе. Он построил Соник. Соник танк. Бах. Мощь. Вообще неплохо. Соник танк очень мощный. Пикар строится первый. Нету пушек, он не знает, что он строит. Он пока на это внимание не обращает, красный. Но если он достроит, он быстро вынесет базу. Штурмовик пошел. Защита очень хорошая у синего. Так, по-моему, он пушку исследует. Он как-то понял это. Вылетел пикар. У красного что? Денег 500. У синего мало денег. Он может строить пушку, но не строит. Он не знает. Он увидел пикар, строит пушку. Он строит пушку. Пушка ракетная будет защищать его от пикара. Так. Синие защищаются. Соник танк атакует обычный танк. Соник сейчас уничтожит. Но он успеет еще пострелять. Неплохо танк уничтожает. Пушка есть. Ну, значит, база уже будет в порядке. У красного 1000 кредитов, у красного 500, у синего. Кредиты надо тратить. Пикар строится, но пушка есть уже у него.
Он будет ее отвлекать, но это хорошо при атаке. Пока что он не знает, наверное, что пушка есть. Он занят защитой. Пошел вперед, синий. Красный реактивку сделал. Он примерно на середине карты стоит. Будет встречать сейчас. Он отменил, что ли? По-моему, отменил. Так, штурмовик. Уничтожен Соник. Крутое оружие. Так, что-то будет строить. Что же он будет строить? И второй машинный завод. Штурмовики неплохо держатся. Ремонтный завод. Хочет чинить свои машины. Штурмовики, они очень мощные по броне, по ХП. Их можно починить. И дальше воевать. Соник танк на производстве, но кредитов нет. Хочет штурмовики клепать, я думаю. Выбрал улучшение, чтобы появился штурмовик. Но кредитов пока нет. Так, хайестеры собирают слева-справа. Вверху у синего. У красного они собирают чуть повыше. Так, ну что, реактивки неплохо нападают, но штурмовик их очень быстро щелкнет. Соник танк производит. Реактивки, штурмовики идут у красного, прилично прям. Сейчас посмотрим. Поддержка реактивок очень хорошая штука, они очень много урона наносят. Если не ошибаюсь, под 400 брони у штурмовика. Это 4 выстрела реактивки он выдержит прямых попаданий. Соник танк. 90 что ли у него атака. Так, у них щелкает харвестеры. Харвестеры легко бронированные цели. Реактивочку она снесет. Соник снесет реактивочку. Она очень близко, она не попадет по нему. Но харвестер, если он пощелкает, будет жопа. Кредиты упадут, а у красного доход хороший. Вот щелкнул харвестер. У того лоу хп, да и спайса нету. В общем, синий сейчас теряет кредиты. Теряет харвестер, второй уже, по-моему. Ну а красный идет. Идет реактивочками. Реактивочки атакуют харвестер. Он это заметил. Но харвестер пустой, смысл его в базу направлять. Надо защищать поле. Две реактивочки увидел. Направляют на них танки. Штурмовики. Штурмовик сверху красный. Скоро будет уничтожен. Чинит завод. Кредитов нету. У красного в это время кредитов 2000. Ну, победа за красным, я вижу. Тут уже ничего не сделать. У него техники меньше. Реактивки он, конечно, пощелкает. Где-то у него же есть. Вон у него база строится. Он решил в это время новую базу сделать. Пока синий об этом не подозревает. Сейчас какой-нибудь харвестерный завод построит. Он сейчас посмотрит. Он, видать, решил дать ему шанс, что ли, или что. Вместо... О, космопорт. Харвестер. Пушка. Улучшение пушки. Харвестерный завод. По штурмовика. Пошли вверх. Пошли в угол. Так, он смотрит, увидел базу его вторую. Стоит в защите синий.
Так, тем самым уничтожен завод. А как он его уничтожил? Реактивочка, что ли, стояла? Реактивочки, две штучки там стоит. Кредиты теряются. Там штурмовик на защите есть неплохой. Но два штурмовика синих идет. Пушка поставилась. Так, что у нас хочет красные? Строят спайсовые заводы. Так, что у нас там? Ну, красный мочит харвестер. Самое правильное дело в борьбе за пряностями. Так, у красного слева есть атака. Готовится нападение, если что. Реактивочка и штурмовик стоит. В принципе, синий может это видеть по карте, но там пряность. Она тоже красного цвета, он может и не разглядеть. Что-то в космопорте заказал, красный не заметил. А, нет, еще не заказывал. Заказал. Так, заказал реактивочку дополнительно. Красный штурмовичок убегает. Синий в погоню. Так, тут он выгнал их, что ли? Так. Ничего не хочет заказывать. Реактивочка есть. Ну а что, он развивает. Ждет кредитов. Синий строит харвестер, в то время как красный Харконин занимается развитием базы. Штурмовички отправляет наверх, вправо, справа от базы синий. Тут на защите стоят, конечно, ребятки, но я думаю, два штурмовика этих точно пощелкать. Сколько их там, 4 что ли штурмовых танка? Пушки строятся. Так, Харвестер. Интересно, произойдет ли он девастатор. Девастатор такая штука, ходит очень медленно, но стреляет мощно. Так, реактивочку они уничтожат, я думаю. Но в это время штурмовики щелкают Харвестер. Синий. Так, тут что? Он смотрит, что они на базу идут. Идет вместе с ними проверить свою базу. Реактивочка готова. На главный завод пошел. Хочет закончить это приключение. Ну, тут столько штурмовиков у красного, что уже, я думаю, все. Если он поддержит такое производство, не потеряет их. Но пушек у синего вообще нет. Никакой защиты на базе нет. Реактивочка спокойно атакует. Направляется на нее штурмовик. Главный завод уничтожен. Нужна база-рассаживалка, но ее нет. Столько красных танков здесь. Все. Здесь уже не выиграть. Уничтожается база. Только спайсовые заводы есть. Ну, красный побеждает, я думаю. Смысл. Дальше он просто уже что-то говорит, видимо, ничего не делает. Строится девастатор. Ну все, ну, победа зафиксирована, я думаю. Посмотрим. Че, ну какой смысл? Столько штурмовиков, их никак не пробить. Все, больше строить ничего смысла нету. У этого нету, как он называется. Возрассаживалки. Без главного завода, видать, его без этого нету в производстве. Может быть, из-за радара. Из-за радара? Ну ладно, давай послушаем, что там говорят. Инструкция.
Гора там просто. Тут уже без шанс. Ладно, поехали к нему тогда, чё. А, к нему хер подъедешь, да? Сейчас одним соником заберем. Пушки, пушки, да какие пушки? Пушки, это с ботами работают пушки, ребят. Пушки работают со всеми. Пушки очень здравая тема. Так, ну харп хотя бы снесли, но неплохо. Тут он, конечно, расплодился. Это слив? Да, конечно, слив. Ты можешь сыграть, говоришь, фейк. А ты в турнире зарегался, не зарегался, он в турнире. Ладно, статистику посмотрим. Ну как мог держался. Харвы потерял. Ой. Не, ну слушай, я доволен на самом деле. Я сам не думал, что я столько продержусь. Нормально. До середины было неплохо. Я бы так сказал. Далее уже. Да, далее, с пикаром, да, было Харвы интересно. Потерял и все, и пошло по. Если бы такого же мнения был оппонент. Так, 2-0, поздравляем Егиона. Про пушку. Если бы он пушку не построил, Пикаро, возможно, бы его сдолбило. Полуфинал. Ну, с Пикаром прикольно было. Парнем же, да я вспотел, блин, капец. Пушка построил. Ой, ну это, наверное, моя пушка. Самая сильная игра. Все. База подлагивает по пятницам, капец. А, тогда надо другой сервак выбирать. 20 минут, слушай, неплохо. Ну, по экономике можно посмотреть. Ну, в два раза, да, все-таки у меня был. Хорошо держался. Ну, так мы играем, говорит. Подожди. Как вы играете? Сейчас мы узнаем. Ладно, пойдем результаты заносить. Если у нас соперников не будет, то пойдем, собственно... пойдем, собственно... Катаем фриплейчик. Потому что у нас соперники следующих 9 к 10 должны подойти. У нас остался Грифс, Сардаукар и Кот против Касаеса. Если мало ли кто-то есть, можно, конечно, пораньше начать. А фришки будут? А, это турнир сейчас, да, турнир. Я могу с фейком сыграть, пока ждем турнирщиков. Ну, в принципе, да, это возможно. Ребят, убедительно просьба прожать лайк, кто это еще не сделал. Это очень сильно помогает, в частности, привлечь новых игроков и вообще в целом понять, что Дюна онлайн существует и такой вообще контент проводится. Сейчас я пойду тогда сеточку создать. Это самое, результаты заведу. Сейчас я вам картиночку раздам. Ну, в принципе, всем понятно, да, как у нас происходит сегодня турнир. Речи, я могу с фейком сыграть сейчас, пока нет турнирщиков. Я сейчас уточню. Я готов, если что, Сардаукар. Кто следующий? Ну, в принципе, вот либо Сардаукар и Гриф, если он на месте, либо Касаес и Дюнакет, если все на месте. Без разницы. Если все на месте, то гол. Сейчас я пока заношу результат. Так, результат. А спасибо за игру Егиону. Призов никаких здесь не было. 2-0, да? Полуфиналисты. Сварщик Егион. У нас осталось отыграть Грифу Сардаукар. Вот здесь прям будет, наверное, бешеная интрига. Дюнакет Касаес тоже. Вот такие две пары такие, да? Вот если Сварщик и Сало и Егион Рич, тут более-менее, ну... Не знаю, как бы, ну, фавориты были явны, да, здесь. Ладно, пускай они там объясняют, короче, пойду чили чай пить, пока они там подходят, не подходят, может, что начнется. Пойду, отойду, короче, включу это на полный экран и пойду. Так, вырублю микрофон. Снайпов. Адам, поражаюсь долгоживучести РТС, даже в Дюну играют, хотя, казалось бы, есть и аналоги, более современные. Приятно удивлен, а я удивлялся вживую Egg of Empires. Так опять потом сгоришь, убежишь, может, не надо, пишет Слава.
Так, сейчас я уточню, кто у нас имеется. Сардукард на месте. Так, это подожди. Видишь, вот забываю. Надо сначала отключить, потом заходить во всякие соцсети. Так, сейчас я уточню. Здесь нюанс. А, вот касаясь есть. Сейчас. Сейчас я уточню. Сейчас, может, пойдем. Гриф с Ардаукаром, да, будет мочево, пишет. Ага, какой сюрприз ожидается Иончик? В каком плане какой сюрприз? Сюрприз то, что мы не знаем, кто выйдет. Так, ну вот он недавно был. Сейчас я сначала уточню у тех, кто у нас в турнире, готов ли кто играть. Фейк, играй с Алексом, пишет Эльнар. Да. Так, ну пока ожидаем, пока никого не видать. Ну, если что, да, можете хостить. Александр, либо фейк, пишите пароли, сервера. Зайду, посмотрим, пока ожидаем следующих оппонентов. Так вот мы подправляем. Все красиво делаем. Так, Виспер, привет, Ричи от Виспера. Я тебя сразу сходу, в принципе, и правильно прочитал. Привет, всем привет от души. Да, задержка сегодня специально стоит, чтобы не было стрим снайпов, чтобы не было так, что кто-то играет и смотрит параллельно стрим и как бы подглядывает. В этом и нюанс, специально стоит задержка. Спасибо за лайк от души, очень сильно помогает. Призовой фонд у нас 3000 рублей. Спасибо нашим спонсорам Дзюну, Кэту и Уточка, которые поддержали данный турнир. Если бы не он, если бы не они, то и не было и его, этого самого турнира. Как-то так. У нас гриб должен подойти к 9 и к 22 касаясь Дюнакет. Ну, изначально была такая договоренность, поэтому, видимо, так и подойдут к этому времени. А сейчас можем посмотреть вне турнира. Вот Александра и Фейка. Это новички, так скажем, да? В принципе, как можно сказать, и я новичок. И вот можете примерно оценить силы, как играют новички, и примерно понимать, можете ли вы что-то показать подобное или лучше. А вообще, в принципе, регистрация у нас была открыта. Каждый любой мог записаться. Если кто-то хочет присоединиться и скачать готовую сборку для онлайна, достаточно в чате написать восклицательный знак Дюна по-русски, слитно, и вам вылезет ссылочка на сборку для Дюны онлайн. Также есть Discord сервер, восклицательный знак Dis по-русски слитно, там мы тоже выкладываем всякие файлы, какие-то ром-хаки, тоже присоединяйтесь, если мало ли вам нужно какое-то общение вне стримов. А, подожди. Грифу напишу. Так, заходи, захожу. Так, захожу. Дюна, да, правильно, именно так. Да, Дюнакет тоже правильно написал. Именно так. Так, захожу, захожу. Сеточка, если что, он закреплен в сообщении. Пока можете посмотреть предварительные результаты. Пока у нас внетурнирная игра. Внимание, внетурнирная, да, ребята решили пока, так сказать, паузу нашу закрыть.
скажем, рекламная пауза. Битва новичков. Пишу никнеймы. Тайм-коды потом везде проставим. Вам будет удобно, если что, смотреть. Так, никнеймы подписал. Так, ток зашел. Уже были катки турнира. Да, уже две целых катки, еще две впереди. И затем еще две впереди. Две игры уже сыграли, да, все правильно. Так, ну вот, окей, поставили. Ну тут уже просто биржа турнира. Обычно как происходит? Просто по договоренности выбирают карту, выбирают дома. В турнире, понятно, у нас все прописано. Не турнира, собственно, это происходит как бы... Как вы видите. Так, сейчас момент, пока не играет, я возьму этот самый телефон, чтобы мне там... И что прочекать сообщение, если к нам напишут участники. Так, а большой экран это Fujiwara Sai, а на маленьком экране это Фейк. Фейку, кстати, 16 лет. Так, ты просто идешь пока... Ах, Харва... Ага, вот тактика от Свара, он гоняет. Так, зачем к нам кто-то подключается? Турнир, Витя, да, турнир. Две игры уже отыграли, сейчас вне турнира, пока у нас пауза. Играют ребята, я могу поотвечать на сообщения в чате и еще какие-то вопросы, если мало ли будут. По поводу Дюна онлайн, здесь, конечно, преимущественно нужна экономика, выход в экономику, соответственно, почему все здесь сразу идут и бьют харвы, потому что, собственно... Если ты бьешь харвы, у соперника экономика ломается. И от этого ты потом просто дожимаешь раненого зверя. То есть такие большие ранения наносишь по экономике, а дальше он тебе уже нечем будет... Нечему твоему сопернику будет противостоять. Деньги кончатся. Можно будет дозажимать спокойно. Так, сейчас почитаем. Фейк в таком случае красавчик. Отбросил весь шлак в сторону по типу Warcraft, StarCraft и играет... Дюна, согласен. Ленар, меня Дюна на Сеге. Даже в детстве пугал своей неудобностью. Возможно, это связано тем, что первым я увидел StarCraft, эпоху, где можно было мышкой клавиатуры. А, ну про мышку это говорят. Ну, сейчас делается сборка на базе Sega, но с мышкой. Это пока там ребята делают. Будет такая версия отдельная. Ну, данным хаком ничего не имеет пока общего. Хорошие RTS мышки не играют. Либо такое, да. Но мне ближе вот эта версия. Так, занеси их в сетку тогда, Арис. Сетка уже сформированная. Все, кто хотел зарегистрироваться, давно зарегистрировались. Зачем мне заносить их в сетку? Призовой фонд какой, если он есть? Призовой фонд, вот именно где у меня лицо. Вот здесь плашка стоит. 3000. Написано фонд турнира. 3000 рублей. Три призовых места. Спонсоры Уточка и Дюна Кэт поддержали... Турнир. Так что если кто-то хочет кого-то индивидуально поддержать, кого-то из игроков, либо организаторов, либо спонсоров, либо турнир, все ссылочки есть в описании. Лучше РТС только с мышкой и играют. Про Дюну пока
мир практически никто не знает. Ну вот, собственно, популяризируем Дюну, поэтому спасибо всем, кто с нами. Спасибо за поддержку, в частности, вот. Есть комьюнити, да, может не такое большое, но оно есть. И я вам скажу, что люди прибавляются. Кстати, для поиска соперников есть ссылочка в описании, чат ВКонтакте и либо на моем сервере в Дискорде можно тоже списываться. Там тоже есть отдельная ветка по Дюне, кому как удобно. Может, у Фейка просто мышки нет? У Фейка нету мышки, естественно. У него джойстик или клавиатура. А, можно, кстати, играть либо на клавиатуре, либо на джойстике, кому как удобно. Здесь ограничений нет. Играли две катки, кто играл. Сетка в закрепе, можно посмотреть по результатам, перейти по сетке. Играли Сварщик Слава и Егион Ричи. Впереди у нас Гриф и Сардаукар. И, собственно, остались касается Дюна Кэт. Еще раз, к 9 у нас должны играть Гриф и Сардаукар. К 10 касается Дюна Кэт. Изначально мы договаривались на это время. Я просто брал время с запасом. Каточки бывают разные, поэтому... Сейчас пока ребята отыграют, и там уже подойдут ребята из турнира. Смотрим, тут, кстати, орнитоптеры подлетели от Ордоса, а у Харконина нет авиации. Он не может орнитоптерами ответить. Так, это у нас кто? Это у нас Фудживарасар такой хитрый, да? Начал авиацию атаковать. Авиацию, кстати, что может сбить? Не только пушки, но и пехота. Ого, смарт! Мне билетик в первом ряду. Понял тебя, брат. Это куда ты закидываешь? Тебе билетик в первом ряду. Спасибо за поддержку. Мне билетик в первом ряду. Хорошо. Так, можно играть даже на руле, если что, можно. Я играл на джойстике, тоже кайфую. Хотя и в первый, второй старик играю. Бесполезно тратишь время. CQ. Так, ключ, говорит, у тебя джойстик сломался. Можно на клавиатуре играть. Март взял билеты в первом ряду от души. Да ты так, в первом ряду. Вроде как. Или в горизонтальном положении, наверное, да? Так, хеликоптер, хеликоптер. Угу. Авиацию может бить даже простая пушка. Серьезно? Блин, ну это хреново, если обычная пушка может сбить орнитоптер. Вообще такого не должно быть. Ну понятно, там, наверное, накладываются эти спрайты, и там уже какая пуля полетела и попала в спрайт орнитоптера, та и сбивает. Ну, в теории, да, вообще может сбить все, что стреляет. Ну, по дефолту. Согласен. Ну, опять же, да, потому что вид сверху здесь... Да, нету уровня высоты у Сеги. Поэтому, слушайте, игра для такого года, ну, не знаю. Мне кажется, очень и так круто сделана, даже несмотря на какие-то ее нюансы и особенности. Даже пехотинец может сбить авиацию. Про это сказали, да, что пехота как раз и сбивает авиацию. Если тебя приехали атаковать авиации, то сразу смело строй пехотинцев. Орнитоптеры тогда бесполезны. Мечта снова. Но орнитоптеры, да, бесполезны. Ага. Уильям Хёрт. Так, может быть, собьет очень Дюна разные вещи. Хорошо, хоть Орник сам себя сбить не может. Да вот что-то я не знаю. Что-то, по-моему, я не знаю. Это такое было, что там... Ложись, и схватись за что-нибудь. Ричи, кстати, который раз вижу, что ты Соником атакуешь вплотную. Так у него урон максимальный, на максимальном рейнже. Вдруг я не знал. Я не знал. Арис, спасибо за подсказку, теперь буду знать. Я не так давно играю в Дюну онлайн, поэтому... Момент этот не знал, я там атаковал больше на страхе и панике, что меня атакуют и мне надо кем-то было атаковать. Я там уже не думал о дистанции. Кстати, Ричи, если ты можешь красить так игроков, это было бы отлично. Нужно набрать высоту, нас засосет. Ну, перегрузка. Теория, конечно, но
могу, но это прям, ну капец как... Так заморочно. Вот... Вот это... Плюс не вот все это, цвета, вот конечно, это червяк. Вот это настоящий червяк. Дюна 2000 года фильм. А тот червяк, который в 21 году сняли фильм, это все параша. Там 40 минут прошло в этом фильме, а в том фильме 3 часа прошло. Растянуто. Может там что-то и красивые эффекты какие-то, но посмотри какой тут червяк. Какие шипы зубов, клыки какие огромные. Какая у него пасть бездонная. Вот. Не хватает мощности для набора высоты. Вот это настоящий червяк. Лё, на максимальный урон. Вот, Слава, кстати, ромхакер здесь, конечно, Славе можно доверять в этом плане. Виспер, Ричи, пора чат делать больше и время на сообщение ускорить, а то медленно приходит к тебе. У нас сегодня еще раз, для внимательных наших замечательных зрителей, у нас сегодня день турнира стоит задержка, специальная задержка, чтобы, например, на турнире кто-то играет, да, и он не включил стрим и не подглядывал, стоит специальная задержка. Еще раз. Поэтому в обычные дни задержки нет. Сообщение проходит быстро. Сегодня, к сожалению, так. Да, я думаю, извиняйте, никому не надо это стрим. Понял, это сложно, вопросов нет. Ну, скажем так, это не стоит того MCQ. Это можно, но это какие-то такие прихоти, ну, которые я не вижу в этом смысле. Ну, я понимаю. Но это прям такое уже, а-ля из лишняя итерация, которая, ну, она реально не нужна. Слава, ромхакер. Ну, играем же в Волт-версию. Легион унизитель йогурта. Легион унизитель йогурта. Правильно. Понял, отлично. Но эпиту тоже задержка. Везде задержка, Ильнар. Везде, где идет стрим, сейчас задержка. И на Ютубе тоже. Так, пока у нас вне стрима играют ребята. Ждем, когда ребята подойдут. Так, с того, что 20 лет назад так и было в Дюне 2000 тоже. Вот такая спорка подъехала. Пора Соник. Где же Соник больше дамажит? Вблизи или на расстоянии? Господа, это турнир про стратегии. Тут везде на стримах задержка. Да, Легион, как участник турнира, подтверждает это. Ладно, они пока там пускай рубятся. Так, а что здесь у нас? Пока как поруглюсь. Ну, видим, что соперники равны плюс-минус по силе, да, и здесь, конечно, такая игра идет более затяжная. Я не вижу, что тут у нас по этим самым. По ревкам и хорвам. Ну тут хорвам был тут же бросая. Он еще один строит. Плюс два завода, три завода. Три завода. Либо есть другие каналы, где можно смотреть то, что вам
Так, я подачу пайпер. Это от души, если... Если это действительно приносит тебе удовольствие, несмотря на то, что может тебе данный сильно нравится по балансу, но... Круто, MCQ, спасибо за поддержку. Хорошего отдыха. Сички топчик. Так, пушки, кстати, успел построить в Фудживара Сай. А вот та обычная пушка, да, которая... Которая из ракетницы, она работает, что и без электричества. Прекрасно, как она есть. Так, ну если ты разработчик, то понятно, но они там будут. Я не знаю, это может быть, это и так. Если кто-то за это знает, он напишет. Наверное, значит, это будет. Поскольку мы играем в версию, есть разные версии. На Ордос поехал в атаку, прям видно, что он поехал. Видим. Все работает, играть можно, но это
Если бы он просто делал за так, вопросов не было. Я тут наказчик. Работа должна оплачиваться, я считаю так. Но если MC хорошая, на самом деле, но не все так считают, к сожалению, поэтому. Oh!
Yeah!
Yeah!
Тогда точно не пропустите. Сейчас мы ожидаем у нас. А, вот они уже договариваются, да? Так, сервер, база, норм. Так, вот они уже, да, пишут. Так, он пишет да. Так, ну все, сейчас посмотрим. Окей, гриф Сардаукар, а кто из них хост? Так, Сардаукар создаст. Ну давай Сардаукар создаст, тут не принципиально. Так, Сардаукар против... Так, против, как у него гриф с двумя F, да? Гриф. Так, сейчас поставим. Так. Окей. 20 человек на стриме, 24 лайка. Огонь. Можно поднажать. Я буду держать крочки за региона. Нравится мне, как он играет за зеленых. Пусть он выигрывает, пишет Эльнар. У Рейзера в хаке техника из воздуха появляется, причем происходит это в ТУ, где места мало. Так, окей. Сейчас мы идем в рандомайзер. Крутим колесо.
у кого из них приоритет на выбор домов. Два дома выбирают. Так, приоритет, видимо, у грифа. Все, все зафиксировано. Да, у грифа приоритет. Замечательно. Так, ну сейчас кусок опять разделю запись. Второй кусок от третьего.